Уважаемые зрители, продолжается у нас трансляция турнира Компонент Кап. Встречаются между собой команды СОЖ 39 и Строитель. Строитель может выходить вперед, и они это делают. Выходит вперед команда Строитель уже на первой минуте матча. Если свисток арбитра звучит, нужно с центра поля ввести мяч в игру. Строитель может забивать, и второй они забивают. Налегке в 18 номер отправляет мяч в дальний угол ворот. Можно убегать вперед. Есть для этого возможность. Думайте, ворота, ворота! Нешуточная борьба за мяч в центре поля. И свисток арбитра будет штрафной удар исполнять команда СОЖ 39. Ближе к воротам идите, нас спросите. Ну-ка давай, со всей силы. Давай. 39 разбегается, игрок бьет. Назад, и мяч защищаться. Вратаря. Мяч тебе, а мяч никто не смотрит. Смотрим на мяч. Страйк с мячом. Передача направо. За пределы поля. СОЖ 39 разыграли аут, но, к сожалению, потеряли. И теперь атака команды Строитель может плохо кончиться для их соперников. Строители обычно пользуются своими шансами, своими моментами. И мяч в руках вратаря. Выбрасывает мяч вперед вратарь. Разыграли мяч. СОЖ 39, прошу прощения, команда называется. Потому что у нас есть команда СОЖ 39. И также есть команда Компонент 39. Вот это как раз таки играет команда СОЖ 39. Но так как на форме написано
слово компонент я, конечно, их иногда путаю. Извините, уважаемые зрители, за это. Все ж 39. Бояров, сам зарабатывай. Бояров, штрафный сам удар. Кирилл, делай сам. Дальше, дальше штрафной бьет. Синий, открывайте спереди. Посмотрим, чем окончится этот опасный момент. 27 номер будет исполнять. Разбег и больше на пасту было похоже, чем на удар. Думай дальше, что делать. Ай-яй-яй. И мяч в аут. Мяч, сзади игрок у тебя, сзади игрок. На мяч смотрим, на мяч смотрим. Здесь игрок, Кирилл. Строитель с мячом отдает там ближайшего игрока. Передача, удар в дальний угол не очень сильный получился. Думай. Не бойся никого, думай. И мяч за пределами поля. Аут. Команда строитель будет исполнять. Передача в центр. Мяч строитель, удар и мяч уходит на угловой. Еще один для команды строитель. Передача назад, налево, направо, удар и мяч вратарь потащил. Это передача, удар и вновь отбивает вратарь. Подача углового, удар головой, но не туда полетел мяч, не в сторону ворот, да, в сторону противоположную от них. Поэтому СОЖ 39 разыгрывает аут, ошибаюсь, здесь футболисты. И могла команда строитель забивать еще один мяч. И здесь контратака какая опасная от команды СОЖ 39, чуть они не забили в данном моменте. Перевод налево, передача в центр и, кажется, игра рукой была, но молчит свисток арбитра и еще один гол вылетает в ворота команды СОЖ 39. Более упрощенные правила в сегодняшнем матче. Саш 39 с мячом. Арсений на месте стоит. Арсений на месте стоит. Мяч потерян. Аут разыграли. Строитель продвигается поближе к воротам. Можно
отбирать мяч и забивать. Удар, вратарь спасает. Брошенный мяч вперед. Мяч в ауте. Синие, зачищаем вратаря. Иди, иди. Ребят, вперед надо двигаться. Вперед надо, ребята. Один, спасай. Максима. Опять смотрим, просим вас, синие. Отвернулся, смотри. Мячом команды. 39 отдарили, можно сказать, команде. Строительный мяч. Мяч в ауте. Головой крутите, где игроки? Головой крутите. Отнимай! Мячом команды. Строитель. Ляпа. Штык. Аккуратнее действовать в таких моментах. Молодец, Игрок сзади, смотрите, сейчас гол нас забьет. Отнимать надо. Отнимать. Не дай пройти к воротам. Не даем к воротам пройти. Молодцы, синие. Строители. Головой крутим. Где отнимай? Вперед. Направо можно набирать скорость и бить самому. Удар. Заблокировали. Был удар, будет угловой. Передача в центр, мяч в ауте. Дальше. До тебя вот так мяч пройдет. Вот туда откройся. Подойди. Вперед. Перехват. И вновь могла забивать команда строитель. Долго разыгрывали аут футболисты. 39. А когда разыграли, прибежал 11 номер команды строитель. Мяч у них отобрал и пробил поворот. Створ, к счастью, для команды 39 не попал. Но первый тайм у нас окончен, уважаемые зрители. После небольшого перерыва мы продолжим трансляцию. Продолжается наша трансляция, уважаемые зрители. Начался второй тайм матча между командами строителей СОЖ 39. На данный момент команда строитель ведет в счете 3-0.
И будем смотреть, чем ответит команда СОЖ-39 во второй 15 минут. Думай! Удар, мяч проходит мимо ворот. Вратарь, на ворота быстрее защищай! Строитель с мячом, передач назад. Молодцы, Чернов, молодцы! Думай дальше! 39 с мячом, передача, почти удалось мяч перехватить команде СОЖ-39. Вот, мяч они перехватили, могут бежать дальше, удар и мяч в ворота! Чернов! Еще один мяч забивает команда Строитель, счет становится 4-0. Бояровы, вперед вдвоем! Центр поля разыгрывайте, Бояровы! Центр поля! Вратарь. Вбрасывает вратарь мяч вперед. Строитель. Попытались сейчас организовать свою атаку. Докуда я тебе говорил, можно выходить? Докуда можно выходить? Иди. Еще иди. Бросай. Вбрасывает мяч вперед вратарь. Удобно только бросай. Синий, головой крутите, сзади два игрока. Строитель с мячом. Чернов, сзади у тебя. Чернов, сзади у тебя. Направо можно бежать и бить. Чернов, защитник. Боярову вперед. Ходи, вперед, выходи. Бросай. Бросает мяч вперед вратарь команды СОЖ-39. Перехват от команды Строитель, удар и рядом с левой штангой. Синий, Бояров проходит. Вперед. Выходи. Еще. Ищи свободного синего. Ищи. Ищет вратарь своего партнера. Бросает мяч вперед. И ничего опасного здесь. Еще пробуй. Не получилось. Выходи еще вперед. Выходи, пробуй. Ищи свободного. Сейчас у нас проходит матч, как вы можете заметить на экране вашего устройства, между командами СОЖ-39 Строитель. Дальше у нас гол 44 Kids, Строитель гол 44. И заключительный матч группы А будет между командами СОЖ-39 и Kids. Вновь у нас забивает команда Строитель. И становится счет 5-0. Дай назад, Альмиру. Думайте. Данный турнир нацелен в большей степени на развитие детей, на получение игрового опыта ими и на получение удовольствия от игры в футбол. Все-таки все, кто сегодня пришел, я думаю, очень любят играть в футбол, и для них это настоящий праздник. Да, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но я думаю, что результат в данном турнире на второстепенном месте, а первое – это получение игрового опыта. Еще один гол забивает команда «Строитель», автогол оформляет команда «СОЖ-39». Счет 6-0. Центр поля разыгран. Поставь на линию на белый мяч, середину. Так, давай пас своему. Вперед! Разыграть. Вперед надо бежать. Баллист с центра поля. Играть! Можно забивать, удар. Ищи синего. Почти выходи вперед! Строитель. Еще выходи! Еще! Но ищи. Почти, как говорится, не считается. Мяч у вратаря. Строитель с мячом. Передача не проходит. Встречает его оборона соперника. Угловой! Угловой! Thank you.
разыграйте вдвоем, быстро! Разыграйте вдвоем! Все, что 39. Разыгрывать будет аут. И главное не ошибиться вблизи своих ворот. Выходи! 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 Раздай! Раздай! Выбрасывает мяч вратарь. Подальше вперед. До партнера, к сожалению, мяч не доходит. Он забивает удар, и мяч проходит рядом со штангой. Разбежались. Нападающих не вижу. Бросай! Свободному! Начинает вратарь их ворот. Прошу мяч вперед, удар, и мяч в воротах. Бери мяч, ничего страшного. Бери мяч, ставь в середину. Центра поля разыгрываем. Центра поля! 7-0 становится счет. Центра поля надо будет разыграть. Обыгрывай! Беги, обыгрывай! Команда, слушай, 39. Страйк с мячом, передача налево. Можно забивать, удар, и мяч вновь в ворот. Девятый номер команды «Строитель» оказался в хорошей позиции для удара и забил. Забил еще один мяч для своей команды. Ну, «Строитель» прессингует, это приносит свои плоды, удар, и не было гола. Можно играть, мяч у вратаря. Не смогла команда «Строитель» забить в этой ситуации. Не получилось у них этого сделать. И мяч за пределами поля. Смена среди! Бегом! Бегом, 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 Рамазан! Бегом, говорю! Вот рядом с тобой стоит синий! Ищи синего, ищи! Его еще камень! А ты что стоишь? Иди сюда быстрее. Команд строить с мячом. Можно через защитника отыграть. Полностью свободен. Адель! Защищай игрока! И мяч в ауте. Защищайся! Вратарь забирает мяч. Бросает вперед. Выбрасывает мяч вратарь. И свисток арбитра означает, что мяч покинул пределы поля. Вратарь команды «Сочи 39» бросает мяч вперед. Никто из партнеров мячом завладеть не смог. И аут. Аут для команды «Сочи 39». Момент для них. Момент для них, чтобы забить гол, близко они к воротам своего соперника. Прямым ударом с аута гол не считается. Поэтому нужно ауты либо разыграть, либо бить по воротам и надеяться, что кто-то из игроков, находящихся на поле, мяча этого дотронется. Еще один гол. 9-0 для команды «Строитель». Пошли, Чернов, вперед! Вперед, Радель! Передача, мяч был перехвачен. Синий! Чуга, бери! Радель, отжимаешь! Строитель с мячом, Радель. Передача назад. Отнять сразу, Радель! Налево она. Еще, Радель! Еще отнимать! Беги, беги! И мяч у вратаря. Передача направо. Бери, Радельника! Быстро, пас! Стоп! Камиль, проси! Страйк с мячом, удар! Прям по вратарю, а вот, еще один удар заблокирован. Кому? Арсений! И Хазиев, угловой. Бери! Хазиев, бери мяч! Арсений, просто так не выпинывай! Проси! Вот с тобой рядом стоит! Дальше, Даниэль! Вперед! Вперед! Мяч уходит все-таки, хотя ищи, казалось, впереди. Что полностью он на не вышел. Бросай!
вратарь бросает мяч налево. Ворота защищаем, команду. Все же 39 мяч себя удержать не смогли. Но повезло им, что строитель ошибается и мяч теряет. Удар и гол. Спокойно вывели на ударную позицию 18 номера команды «Строитель». И там, конечно, было сложнее промахнуться, чем забить. «Строитель» с мячом. Есть правый игрок, которому можно отдать передачу, но... не получилось этого сделать. Ворот начинает команда СОЖ 39. Опасный момент, но забить так не удалось, к сожалению. Искренне я болею, чтобы команда СОЖ 39 забила первый мяч в сегодняшнем матче. Все-таки хочется, чтобы они тоже сегодня забили. Но не получилось этого сделать. Матч у нас окончен уже. И побеждает в нем команда «Строитель», уважаемые зрители.